Вот на этих нескольких листах то, как теперь жители Топчихинского района и специалисты сферы должны будут обращаться с мусором. В планах масштабные изменения. Региональный оператор по обращению с ТКО – это собирательный образ, это юридическое лицо, которое заключило с субъектом на конкурсе соответствующее соглашение. Выносить ссор из избы отныне нужно будет по-новому. С каждым жителем заключат договор на вывоз мусора, каждый обязан платить за эту услугу. Такова буква закона. Население освободится, первое, от несанкционированных свалок, то есть чистые берега, чистые леса, и получит возможность в шаговой доступности опустить свои отходы в бак мусоровоза, либо в бак на площадке. Этот вопрос, как и многие другие, региональный оператор обсудил во время встречи с представителями власти Топчихинского района. Ответственность за уборку взяла на себя компания спецобслуживания «Центральная». У фирмы уже есть положительные примеры работы. На сегодняшний день постепенно запускается у нас Бийская зона, то есть Бийск, Белокуриха уже с 1 ноября работает как бы по-новому. Население как бы спокойно переходит на этот период. В принципе, я думаю, что система новая и более так услуга качественная оказывается. В планах у специалистов строительство нового полигона. Это в перспективе на 3 года. Сама же мусорная система должна будет заработать в районе с 1 января 2019 года. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.